Саудовский принц Аль-Валид бен Талаль стал владельцем более 5% акций сервиса микроблогов Twitter. Об этом сообщил СМИ, принадлежащий принцу инвестиционный фонд. По оценкам агентства Reuters, лично 60-летнему принцу-миллиардеру, которого прозвали арабским Уорреном Баффетом, принадлежит почти 4,5% акций Твиттера, а его инвестиционному фонду еще 0,7%. Принц, активно вкладывающий в акции западных компаний, инвестировал 300 миллионов евро в эту социальную сеть еще в 2011 году, то есть за 2 года до выхода Твиттера на фондовую биржу Нью-Йорка.